Здравствуйте, друзья! С вами магазин Bag24, и сегодня мы рассмотрим вертикальную сумку небольших размеров. Сумка изготовлена из натуральной фактурной кожи. Использовалась надежная фурнитура и качественный текстиль. На передней стенке есть скрытый карман на молнии. На задней есть прорезной карман. Разделена сумка на два автономных отделения. Первое отделение поменьше, его мы можем использовать для планшета или книги. Во втором отделении есть пространство для личных вещей, накладной карман для мобильного телефона или портмоне. Носить сумку можно с помощью плечевого ремня из текстильного полотна. Его можно цеплять на обе стороны. Сумка у нас получается как рюкзак. Аксессуар небольшой, но функционален и практичен, отлично подойдет для ежедневного использования и шикарно дополнит ваш внешний вид. Если вас интересует тематика изделий из кожи, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, а данную сумку вы сможете приобрести по ссылке под видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч!